30 июля 1917 года. Вологодский уезд, село Толстиково. На лужайке перед старинной церковью Кирика и Улиты белокурый молодой человек собирает цветы. Это букет для его невесты. Денег, присланных ее отцом на свадьбу, хватило только на платье и обручальные кольца. Молодоженов зовут Сергей Есенин и Зинаида Райх. Ему 22, ей 23. Брак для обоих первый и неожиданный. Они познакомились всего лишь 3 месяца назад в Петрограде, в редакции газеты «Дело народа», где Есенин печатался, а Зинаида Райх работала машинисткой. Летом решили дружеской компанией отправиться к Белому морю и по дороге навестить родину Алексея Ганина, поэта, приятеля Есенина, ухажера Зинаида Райх. В поезде Есенин неожиданно сделал спутнице предложение. И Алексею Ганину досталась роль свидетеля со стороны невесты, да еще и в церкви, расположенной в его родном Вологодском уезде. «Ей сказками на сердце дышит разбойник с кудрявых полей», напишет Алексей Ганин о зарождавшемся на его глазах чувстве. И продолжит путешествие с молодоженами через Архангельск и Соловки к Мурманскому побережью.